Друзья, смотрите, сейчас 11 часов вечера, и хочу рассказать вам один небольшой такой вот нюанс по гостинице Amara Prestige. Значит, смотрите, у нас номер, где я проживаю, выходит вот на вот эту вот улицу. Здесь есть проезжая часть, ездят машины, но есть и один момент. Значит, эта улица, в принципе, довольно-таки тихая. А вот внутри номера, которые выходят у гостиницы Amara Prestige, они выходят, значит, с видом на бассейн. И там есть, получается, как бы вечерняя дискотека. Значит, 11 часов вечера, она до сих пор еще активная дискотека. Так, друзья, смотрите, я не знаю, слышно вам меня или нет, но вот сейчас на часах 23 часа 18 минут. Вот вам я и показываю это время. Смотрите, вот этот нюанс о том, о котором я вам говорил. Посреди гостиницы находится дискотека. И если ваш номер будет выходить на бассейн, с видом на бассейн, то, естественно, всю эту дискотеку вам будет просто слышно в этот ваш номер. Поэтому, когда вы выбираете номер, отнеситесь внимательно к номеру, который вы выбираете, и куда у него выходит вид, потому что на внешнюю сторону гостиницы будет гораздо тише, если ваш номер будет выходить с видом на внешнюю сторону. Там очень громкая музыка, и смотрите, если вы выберете номера с видом на бассейн, то вам нужно учитывать такой момент, что вечером там будет дискотека, и все это будет слышно в номер. Поэтому смотрите сами, как бы учитывайте этот нюанс, когда вы выбираете номер и категорию в зависимости, куда она выходит. Ну, а тут вы видите, как происходит движение. То есть, в принципе, оно неактивное в это время. И я не думаю, что оно будет создавать какие-то дискомфорты, если вы будете проживать с видом на внешнюю сторону гостиницы. Так, дальше без комментариев. Оценивайте звуки с улицы.